Всем привет, меня зовут Зетсу. Так, делаем так. Всем привет, с вами Ню и Зетсу, и мы на канале Фрикаделька играем в Cult of the Lamb. Да, всем привет, смотри, ты что-то хочешь, смотри, ты что-то хочешь от меня. Я уже что-то пристало ко мне. Да я тебе... Резюмируем. Ты у нас не глава культа. Иди нахуй. Ладно, я не глава культа, я понимаю. А что ты хочешь от меня? Внимание. Ладно, внемлем ей. Очень хочу есть. Посмотрите, от меня осталась кожа до кости. Да, кожа до кости. Так. Кожа до кости. Иди нахуй. Ладно, пойдем, я тебе приготовлю блюдо, пища для голодных. Кушай, наше любимое. Хочу мясное рагу. Мясное рагу? Ничего ты не сильно ты много ты хочешь. А ты меня любишь? Блять. Снова рагу она захотела. Иди жри. Ты где? Спать, наверное, ушла. Время 3 часа ночи. А, нет, день. Ну, 12 часов. А, получить откровение. Чё, а, подожди, нам что надо? Могилу либо мы ставим, типа где хоронить? Но пока еще никто не умирает. Давай участок земли, да. Давай участок земли, хотя бы, значит, выращивать. У нас пока нет откровений. Ладно. Тут нормально намолился, то мать. Так, это кто? А, Барбатос. Это Барбатос. Ну да, его забираем. Барбатос, он, кстати, такой. О, это ты! Нет, нет, не можем, это не мы я. Мы не можем его имя поменять? Нет, можем его имя поменять, просто Барбатос красивое имя. Нет! Пускай Барбатосом будет материализм, твердая вера. Ты можешь другого любого назвать Барбатосом. Мы нет. Так долго я просто ждали. Не хочу его облик менять. Он облик, видишь, ой, у ой, него ой, облик ой, обратно ой. Не. Барба, давай-ка следующего уже. Вон есть его облик. Все уже. Есть, есть. Так что давай, выбирай себя. А потом мы полюбим друг друга и будем ебать друг другу мозги еще и в игре. М? Кто ты? Если я котик, то ты кто? Пчелка? Комарик, блядь? Комарик. Нет! 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 Это очень локальный прикол, если что. Может, ты флаундер? Я черепашка буду. Черепашка? Черепушка. Какого цвета ты будешь черепашка? Серого? Серебряного? Нет. А ты выбери сначала себе, короче, не цвет, а выбор вот этот вариант, да. Да. А потом уже с этим вариантом выбирать цвет. О, блять, ты что? Духовная черепашка. Выбор Зетсу, давай. Зетсу. Выбор цвета-то посмотри все равно. Что там поинтереснее будет. Не, ну тут прям... Черепашка зеленая по стандарту, но смотри, какая есть интересная. О, вот это красивая черепашка. Да, вот это изумрудная. Это бирюзовый. Ну какая разница. Вообще-то она большая. Черепашка. А ты хоть посмотрел особенности-то свои? Да, посмотрел. Твердая вера, я верю, я верую, я верую, поэтому я буду точно молиться, раз я верую. А хули я ебашу, ты молишься? Ай, потому что я черепашка. Ты быстрее, я даже похож. Так, отправляй меня молиться. Нет, нет, пак, ты спишь. Вон. Слышишь, просыпайся. Иди ешь. Благодарю, моя вера в вас окрепла. Пошла. Тирай. Слышь, подожди. Почитать мысли. А почему я в кустах? Ню. Радуется выполнению просьбы. Теперь у меня нет сомнений, что порог заботится о своих верных последователях. Ну да, если ты хочешь, чтобы никогда тем, больше не подойду к этой забыть. Странной личности. Приятно было натирать родственную душу. Видишь, она тут чем-то развлекается, входит. Okay. До сих пор сомневаюсь, что меня не обманывают. Но это раньше было. Сейчас уже она радуется. Сейчас да. Ладно? Надо было всего лишь лишить такой простой вещи. Подожди. Как еда, а потом покормить. Да. Собственноручно. Блин, ну это да. Давай-ка мне кровать-то поставим. Вот почему я не сплю-то. Потому что мне негде спать тупо. Давай. Мне просто негде спать. Давай сразу парочку еще просто поставим. А, почему нет? На для будущих последователей еще. Ты что делаешь? Заебался. А, все, спать лег. Нормально говорит. Так. А, все, день, встаем. Встаем. Начинаем утро, как всегда, под солиночки с нашей любимой проповеди. Что ж, смотрим, что проповедуем. Проповедуем мы все то же самое. Пасха моя! Да. Молись!
Молитесь короне. Молитесь и мне. И мне, и короне, и всем, кто у нас верит. Давайте мы внесем сегодняшним утром новую заповедь. Ага. Заповедь о загробной жизни. Убедите их в том, что смерть еще не конец. Заповедь о пропитании. Внушайте им почтение к хлебу насущному, имуществу, проповедуйте ценность земных благ. Объясните им, что значит истинное послушание, законный порядок. И благослови их на преуспевание и в труде, и в любви. Давай начнем с труда и любви. Не, ну это логично. Вот представь, ты культ свой создаешь, у тебя есть последователи, тебе их нужно мотивировать. Ты им рассказываешь о какой-то великой сущности, которая там что-то обещает. Ну давай, ладно. Им нужно при этом работать и что-то тебе давать. Сегодня у нас какое качество отличает добродетельных последователей? Либо твердая вера. Все последователи получают вера, особенность твердая вера, выражение преданности ускоряется на 15%. Все последователи, нифига себе. И трудолюбие. Все последователи получают трудолюбие. Скорость работы на 15%. Либо преданности на 15% будет. Типа, либо они будут больше в меня верить, либо они будут больше работать. Давай, пускай больше верят. Ну да. А работа это такое. Не в тебя! Мы тебя уже нашли. Да, ну в ягненка. Ягненочка. Твердая вера. Мы верим. Провозглашая новую заповедь. Теперь мы все верим очень твердо. Тыщ. Окей. Новая особенность. Ваши будущие последователи тоже получат эту особенность. Она будет определять, как события влияют на веру. Окей, ладно. Теперь мы все верующие. Ритуалы. Ну, а что у нас? У меня дерева нет. Ладно. Блин, фигово. Ну давай быстренько найдем. А это что такое? Книжка. Типа заповеди, вот она. А, просто почитать про него. Да, подожди, давай быстренько 10 дерева найдем. Нам же надо, по сути, ритуал провести в храме. Да, это нам надо. Ну что, все деревья выкосили в округе, вы че? А ты чего хотел? Ты же этого и хотел? Одно бревно? Вот это большое руби. Да я его буду 100 лет рубить, ты че? Нормально. Нет, 100 лет рублю это бревно. Зато сколько там бревен выпадет? Ну, потом дорублю. Какие все радостные, пиздец. Знаешь, так смотришь и думаешь, почему бы свой культ не создать, например, да? Все будут ебашить, работать. Ты будешь наслаждаться жизнью. Сколько там? 10 бревен всего надо. 5 уже есть. Нам нужно срочно потанцевать у костра. Отвечаем. Да, без танцев у костра это как-то нам не то. Опять кто-то насрал на кухне. Что за свиньи? Ты долго рубишь. Все, у меня один из бревен. Пойдемте. Пойдемте проведем ритуал веры в меня. Или в кого там, в ягненка. Так, огненная яма. Ну давайте. Давай. Ух ты ж. Ого. Так, мы все собираемся. Зажигаем костерок. Карабо. А почему мы не прыгаем через костер? Вот и мы с вами карабо. Я не помню какую песню про хоровод. Все нормально. А ты помнишь песню про хоровод? Нет. Блядь. Обучение последователей это хорошо, но твои возможности этим не ограничиваются. Дари подарки, выполни просьбы, раздавай благословения, и доверие к тебе будет расти, когда доверие последователей достигнет высшей точки, он отдаст тебе все, что у него есть. Смотри, как это делается. Эй, ты, вернись-ка на минутку. Кто это? Я? Это ты. А что старая какая-то? Надя говорит ягодку. Я заебанная. Последователи получают новый уровень, когда проникаются к вам достаточным доверием, после того они выражают вам свою преданность и дают осколок от скрижали. С каждым новым уровнем последователи выражают больше преданности на ла-ла-ла-ла-ла. Ну понятно. Типа, короче, надо их ценить, любить и тому подобное. Да, да. Более верные последователи делают тебя сильнее. Мне еще многое нужно тебе рассказать, но я уже старый, быстро устаю. Приходи к моей хижине, и я покажу, какая сила таится в Алой Короне. Ладно. Это типа карта, да? Сука, даже здесь есть карта! Посетите дом Крипсау. Он так великолепно просто берет и башкой, блядь, в землю закапывается. А, вон же. Окей. Так, подожди, стой, иди сюда! А
чё я какая-то заёбанная? Устала ты. Мы не можем постоянно искать пропитание в лесах, нам нужно заняться сельским хозяйством. А, ты же сделала эти штуки-то? Ты чё? А, ты мне опять что-то до меня не пристало? Так, подожди. Поучаствовать в жизни, после дать работу, давай вот это вот. Иди спи, иди благословляю тебя и накормить. Ну давай, благословим её, иди дальше работай, дитя моё. Ты меня заебал, ты видишь, да? Она заебалась, конечно, но что делать? Что делать в этой жизни? Приходится. Подожди, а на просительское хозяйство это права? Благословляю тебя, черепашка. Ох, нихуя себе. Окей. Мать Тереза, тебя я тоже благословлю. Ты... Ой. Погладить. Погладь, давай. Погладим, мать Тереза. Молодец. Хороший пысик, блядь. Ну и благословим заодно. Ты сегодня хорошо помолилась, дитя моя. Так я не вижу как. Кек, конечно, полный, блин. Так, ладно. По поводу, конечно, она права, что надо участки земли возводить, но только... Ниже, наверное. А, кстати, 5 травы, 2 монетки, нормально вообще. Вот тут вот, прямо на лесистой поляночке. Давай. Раз, два, три, 4. 5? И давай еще по соседству так же, чтобы было 10. Нет, по соседству вот. справа, вот да, вот так, да. Ну вот еще одна, пусть садят что-нибудь. Ну давай тогда полную линию просто сделаем и все. Ну давай так. Вот, это уже будет лучше, да. Кто пойдет? А, ну конечно. А че я за тобой вперед бегу-то? А, она уже устала. Сука! Смотри-ка, идут, бегут. Ладно, пойдемте это. Сделать подарок, высить уровень. Получить награду. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Возвести участок земли, посадить растения и полить растения. Видишь, у меня это задание даже есть, ничего себе. Так, вот смотри, возвели участок земли. Засеять. Давай поставим все ягодный куст. Польем его. А как мне вообще там что-то задание куда-то вниз, все, уехали? Че мне как это смотреть-то? Я может не знаю. Где-то можно как-то это? Тап, наверное. Просьбы. Так, получить награду, которую желает дать вам нюб. А, типа она просила, она же меня просила, говорит, я устала добывать еду, давай мне сельским хозяйством займемся. Давай. Шаламба, моя просьба выполнена, благодарю вас, мой идеал. Вы мой идеал. Вы мой идеал. Спасибо. Понял, не ты, не ты. Вы. Ох, я же сорвалась любовью к этому идеалу. Как? Приезжай сразу получил. О, тут на откровение. Все, я на вдохновении просто. Так, фермерский набор. Ну, конечно. Отлично. Место, где хранятся садовые инструменты, вы можете получить последователю поливать сходы. Хорошо. А, неплохо. Место для хранения семян. Ну, кстати, неплохо, неплохо. Сейчас посмотрим, если хватит ресурсов, давай сразу поставим. О! Ага. Это потом. Так, а что там, подожди, фермерский набор? А, нихера не хватает. Тут надо для него просто, мама, не горю. Бревен. Надо, короче, за бревнами куда-то топать. Я не знаю, где бревна добывать столько. Тут получается... Ну, ладно, идем отсюда. Они голодны все так-то, пипец как. Давайте я вам вот так приготовлю пока. Давай, корми всех. И наслаждайтесь ягодами. А, наверное, автоготовка там, по-моему, была, да? В настройках мы с тобой смотрели сначала, пока музыку настраивали. Вот это, наверное, вот это. Чтобы скилл-чеки не проходить. Может быть. Ладно, пойдемте к сделать подарок. А как мне сделать подарок? Ты че? Ты видал, да? Она такая, о боже, я покакала. Обрадовалась. А как мне сделать подарок? Тебе нечего дарить. Нечего дарить. Да. Ладно, тогда валим. Валим. Валим красаву. Или куда там. Так, ну пойдемте в одинокую хижину. Посмотрим, что тут есть. Это? Крыс. О, какая-то крысятина. О, блин, крысы мне дали. Так. О, ягодные кусты у него есть. Собирай. Обворовываем немножечко крысу. Это что такое? Хочу тебя поблагодарить, когда мои обязанности перешли к тебе, я понял, что
Больше всего в жизни мне не хватало покоя. Теперь я смогу отдохнуть. А почему он не вел это дальше? Я рассказал все, что тебе следует знать. Остаток своих дней я собираюсь провести за игрой в кость. Я уже пригласил друзей, с которыми можно сыграть. Они любят попуянить. Но теперь ничто не мешает мне общаться с кем хочется. Окей. А это что такое? Сделать подношение. Сделай. Не могу. А у тебя нет чего, какие-то ракушки надо. Улитка какая-то нужна. Так, давай зайдем в хижину. Так, это что такое? Добро пожаловать в мое скромное жилище. Постарайся не повторять моих ошибок, иначе тебя, может, тоже ждет изгнание. Может, сыграем в кости? Правила очень просты. Подойди к столу, я расскажу. Окей. Бонзай. Бонзай, да. Как, чё? Сейчас расскажет. Вот это торопишься. Если вы ставите напротив кости соперника, так уже. Слушай, я помню, я в нее играла. Типа, если ты ставишь одинаковое значение кости напротив поля соперника, она пропадет. Но если ты поставишь в своем поле одинаковые кости, то они там друг друга умножают. Да, 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 да. Я даже где-то видел такие правила, когда... 3-3-3? Ну давай его вот туда заблокируем троечку. И тут, короче, эта игра на хитрость. Тут, на... Вот сейчас он... А чё он мне не блокировал? Ну, скорее всего, это просто показатель. А я сейчас так просто сделаю. Вот, да, ну друг друга умножает. 5 на 5, 20. Так, он убил мою троечку. Нет, подожди, чё я сказал сейчас? 5 на 5, 25? Так, так, как оно умножает? Так, сюда двоечку. Сейчас, если пятерка у него выпадет, то он мне просто уничтожит 2 сразу. Шестерка. Ну давай... О, у него тут вообще все закрыто. Давай сюда шестерку. Хорошо. Он уже не сможет ни шестерку уничтожить. Это хорошо. Двойку могу себя закидать. Ну, в принципе, а почему нет? Давай умножим. Ага, он сам центр начал закрывать. Ой, прикольно. Правда, сейчас одна пятерка и мне конец. Давай двоечку. Хм, покажу. Ну, давай. О, но если ему пятерка выпадет, это будет, конечно, жесть. А нет, все, он проиграл вообще жестко. 67-26, просто в хлам разорвал. Это довольно забавная игра. Вот так чисто в жизни поиграть, согласен? Ну да, прикольно, она легкая, главное. Всего-то надо. Может быть, нам такое сделать? Всего-то надо 3, 6, 9. Ну, 3, надо 6, всего 9, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Потому что да, 18 они... кубиков и какое-то поле. Нам есть смысл даже, может быть, такую игру напечатать, знаешь? Да, клянусь тем, кто в небытие, у тебя талант. Держи награду. Что это мне дал? Ты мне дал сердце 2. Окей. Ну, видимо, да. Оп. Все, у тебя есть сердце 2. А, типа, у меня теперь есть эта карта, целое, может попадаться. Целое. Нет, она может попадаться. А что там за подарок? Если суть игры тебе непонятно, может, сыграем на деньги? Я думаю, в следующей серии поиграешь с ним. Потому что нам, скорее всего, надо будет еще в древнюю веру сбегать. Или как хочешь. Не, ну, давай. А что за подарок валяется? А давай, нет, давай сыграем на деньги, сердце с тобой. Сделать ставку без ставки? Чё? Выше, может быть, там стрелочка. Небольшая ставка 10. А у меня денег, что ли, нет, может? А, да, нет, наверное, есть. Сделать ставку. Стрелкой попробуй подвинуть. Ну вот, 10 монет. Ну давай сыграем быстренько. 10 из 10. Давай посмотрим, как ты меня сделаешь. Ну, типа, игра в кости неплохая вещь. 6, нифига ты сразу начал-то с козырей. Ну давай, 2. Ты... Че, дурак, что ли? Нет, он грамотно делает. Понятно, почему, он сплитит, чтобы это... Чтобы не получилось заблокировать. Давай. О, вот это уже по-питерски. Слушай, да, они шестерки кидают. Да, да, я как нужно с ним воевать-то вообще по-вашему? Пидорас. Уничтожай его единицу. Пусть она стоит, он хотя бы тоже шестерку не закинет. Тоже верно. Окей, спасибо, что уничтожил. Ну, давай, да, сюда. Наверное, сюда. Мне надо ждать шестерка, мне обязательно надо уничтожить. Да, определенно. Двойка. Ну давай двойку растворим, чтобы он не закончил ход. Сука! Ты это что за говнище-то полное? Уничтожай единицу шестерку. Да пусть стоит. А чё за хуйня? Он сейчас последнюю поставит, и пизда тебе. Ладно. Извините, мочить.
Окей. Блять, пидорас! Четверки! Все, прощай. Понял? Иди нахуй, красава. А, он четверку. Умная. Четверку мы уничтожим. Давай тоже ему четверку уничтожим. Пятерка. Ну он пока побеждает. Блин, ну это плохо. Ну давай пятерку вот здесь отстрелим. Единичку отстрелил в центр. Это хорошо, кстати. Я прямо сюда туда закину пятерочку. А, вот это хорошо. Троечку закину, ладно. Он умеет, тоже умеет. Ну давай. Нет, влево. Не, я не буду влево. Нахера мне ее там растворять? Она мне там не мешает ничем. Ой. Там у него 9 очков, это вообще ничто. Ну ладно, чтобы у него сейчас пятерка не выпала. Тройку мы сейчас оставим. Сейчас ни пятерка, ни шестерка не нужна. А, нет. Он странно сходил, ну ладно, я закончу. Да, кстати, он нелогично. Если бы он там сходил, было бы... Ладно, окей. Получается, кто первый заканчивает, тот побеждает. Фу. Отлично. Неплохо, выиграли. Все, дал денег. Спасибо. Похоже, удача отвернулась от меня. Что ж, ничего страшного, ты молодец. Спасибо. Это что такое? Подарок, помогающий укрепить доверие посадки. А, вот подарок. А, вот подарок. Все, пойдем подарим мне подарок. Скажи, тебе-то, ты уже вдохновилась. Ты мне должен подарить подарок. Ничего подобного, ты уже вдохновилась. Так, слушай, знаешь что? Хотя бы в игре ты должен подарить мне подарок. Нет, подарить. Я знаешь кому? Ты нервничай. Я знаешь кому подарю подарок? Единственному существу, которое верит. Верит? Я в тебя, не в тебя. Я в него верю. А где я? А вон! Сука! Иди в пизду! Ты издеваешься сейчас? Подарим же мне подарок. Порадуем. Порадуем! Ты помни о том, что все, что ты делаешь в игре, отражается на тебе в жизни. О, там рад. О, там куколку подарили агнца. Захочется в него что-нибудь кинуть, ребят. Я вообще отвечаю просто. Куколка агнца. Сука, блядь, сковородка бы уебать. Вот тебе хорошо будет спать, сладко спать. Иди собери эти... Давай соберем откровенец. Чуть-чуть не хватило. Немножко не хватило. Так, все, все, слушай. Хочешь сгонять? Ну да, надо быстренько сгонять, наверное. Ну давай попробуем. Поразвлекаться там. Убить лешего, кстати, написано. У меня задание одно осталось. В смысле убить лешего? А больше нет задания, у меня только убить лешего осталось. Вот он. Готовься к последнему бою. Я буду ждать тебя в своем храме. Приди и узри истинную силу. Окей, я... Даже так? Ну ладно, чё? Так, а чё ты мне даёшь? Чем воевать-то с вами? Скелет. Лёгкий нож, который можем молниеносно носить меж мелких порезов. Ага. Так, снимай, чё такое? Божественный взрыв. Отбрасывайте врагов, нанося урон. В смысле, отбрасывай, типа. О, прикол. А, вокруг нормально. Меня... Ой, какой маленький он, не длинный. Ну, он очень быстрый, конечно. На, это типа... Кинжальчик. Кинжальчик. 3К. Эй. А чё это вот этот, какой-то странный он тут? Большой там? Да, зелёный какой-то, ещё бомба нарисована. То есть, потому что он зелёный, тебя это больше... А, бомба? Слушай, он, наверное, взорвётся, когда он прёт. У тебя есть этот, взрывашка вот эта, вокруг себя, ты не пользуешься. Ай-яй! А эта хуйня откуда взялась? А, там еще типа он взрывается после. А, вот теперь здесь велика. Пересохло. Резко. Так, пойдем вниз. Скажи мне, Агнес, ты веришь в предназначение? Конечно верю, что мне даешь? Вы больше здоровья при лечении или одно сердце синее? Правильно, синее что-нибудь. Ну да, не вели. Побольше поживем. Так, костей тут валяется. Ну, неплохо, неплохо. А чего тут? Вот это, смотри, какие. Они похожи на этих. Ну да, на тварей, которые ползают, там, которые с этими, с рожками, да? Да-да-да. Недогузницы домики. Какие-то. Вот эти вот. Это, видимо, их куколки. Почему? Ну, какие-то большие только они. Может, там много их оттуда появляется. Хм. Ну что ж, леший-то меня уже ждет, ожидает. Поджидает меня. Ой, сколько трупиков. Ой-ой-ой, нифига, что-то не ожидал, а то надо было это. Так вот.
что я заступил. Забываю, что у меня есть эта правая кнопка мыши. Косим травушку мы. Идем дальше. Вах, сено. Большая кучка сена. А в чем прикол? Это украшение такое? Украшение. Ну окей. Ну ладно, потом может как-нибудь. Поразвлекаемся с украшением. Так, что у нас тут? Так, камни, проторговец. Тут у меня еще последователь дерева и какой-то крест. Тоже дерево, можно короче, путь пойти. Я типа, предлагаю типа вот, взять... Вот так, либо вот так. Последователю, давай камень. Блин, да. Дерева надо много. Ладно, давай сначала в любом случае камень, и сейчас посмотрим дальше, что будет. А камни нам тоже нужны. Еще и золото. Неплохо. Дальше просто. Так, дерево и последователь. А тут еще какая-то непонятная фигня. Обмен какой-то там. Деньги, мясо. Мясо, денег. Ну давай, пойдем туда. Ну давай. Надо посмотреть, что это такое. А что с деревьями? Вот это что. Здесь тупо куча дерева. Прикольненько так-то. Вон руби дров. Нормальная история, конечно. Что вырубили чащу маленькую? Ну ладно. Так, мы видимо сюда. Смотрим, что это такое. Даже не знаю, что это такое. Так. А что это? Не знаю, что такое. Сундуки наполнены едой, а не монетами. Типа вместо денег еда. Это неплохо. Это интересненько звучит. Ну, пойдем посмотрим, что это значит. Что происходит? Это рыбалка? Эй, ты чего на мою рыбу глазеешь? Надеюсь, на двоих не хватит. Да и вообще лучшая рыба водится там, где начинается тропа паломников. Окей. А что ты здесь делаешь? Не знаешь, где это? Давай покажу. О. Ну, спасибо. Окей. Тропа паломников. Ну ладно, раз так. Вот так, а теперь иди отсюда. Ну, окей. Он типа рыба, но не рыба. У него нос фальшивый. Думаешь, может он такой есть? Я думаю, у него нос фальшивый. Он нам показал, где рыба водится. Это какой-то этот кинжал, но вообще неудобный. Что-то пройти происходит. О, леший приперся. Леший приперся навестить нас. Надоел мне, крошка ягненок. Может, ты пытаешься проявить себя? Может, хочешь восстановить некую справедливость, исполняя его приказы? Напрасно, напрасно ты веришь тому, кто в цепях. Впрочем, время разговоров прошло, тебе уже не заслужить прощения, твой поход закончится трагично. Попомни мои слова. Окей. Попомни, какое дурацкое слово, попомни. 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 Ой, меня убивают. Кто тебя убивает? Да я не понимаю вообще с этим жалом. Ни хера не понятно, кто валит. Ну сейчас дадут, наверное, что-нибудь другое. Он такой коротенький. Мне приходится чуть ли не вплотную подходить к ним, чтобы нанести удар. Чудно. Одна кость. Костя, не забывай собирать. Нам нужно еда. О, заебись. У костря. Костря. На кострях. На кострях! Нормально. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какая-то опять взрывательная летучая мышь. Чуть-чуть. Еда. А я не отравит? А-а! Ты здесь стою на нем. О, это кто? Птица. Кыдай. Еще одно существо вырвалось из когтей хаоса, то, что царит в этих лесах. Предстань передо мной и позволь поприветствовать тебя. Твой облик обманчив, в твоем невинном взгляде сквозит тысячелетняя усталость. Okay. Я чувствую огромную силу, которая от тебя исходит. Мое оружие, что без руки, что подняла бы его
Без длани, что карает еретиков, защищая слабых и разбивает цепи. Здесь твоя корона может принять облик одного из моих железных творений, выкованных в неугасаемом огне. А те куб кузнец он. Пусть они помогут тебе исполнить пророчество. Ну, конечно же, меч. Вот просто меч. Но, блин, я не знаю. Мне не хочется с этим кинжалом ходить. Это полная ерунда. Ну, бери меч. Я возьму меч. И бери меч. А, блядь. Мое оружие выковано в неугасаемом пламени и заточено на окровавленном камне. Вот. Оно предназначено для того, чтобы что-то я не увидела. У тебя есть паства, у меня оружие. Я часто разговариваю со своим оружием, но спорить с ним не решаюсь. Лишь глупцы ссорятся с наточенным клинком. Ну, тоже верно. Логично. Не будем спорить со своим оружием. Вот, с мечом-то поприятнее оно стало. Ну, супер. Да блин, чё все такие ядовитые-то, блядь? Где чё-то? Ха. А, тут же жратва сплошная. Одна еда. Еда, еда, больше еда, еды. Да. Больше еды, богу еды. Это что такое? Что такое? Итог тюксена. Итог? Итог тюк сена. Итог, итог тюк сена. Сухая скошенная трава, скатанная в тюк. Итог. Опять украшение, короче. Ладно, понял, принял. Давай дальше. Чукух. Что ж, у нас, по-моему, следующий, это уже, наверное, босяра? Да, босяра. А, прям босяра-босяра. То есть нам сейчас нужно лешего убить. Ну, не умри. Надеюсь. Нас тут на откровение опять. Это хорошо, но мы же пиздим это... Веру людей в лешего. Оси, здесь сильно. Чуть себе, куда выпал? Крыса! Куда ты? Так. Блин, кучи мышки, я, конечно, их вообще ненавижу, они такие стремительные. Что это у нас? Так, влево, нам влево сначала. О, ожерелье с цветком, неувидаемая вещь, красота, украшение, помогающее последователю выражать преданность быстрее. Это, типа подарка еще, ну, только с пользой. Подарок с пользой. Подарок с пользой, да. Доверю я. На, урон, он урон, урон, просто урон. Урон больше. Конечно. Не стоит, шикарно. О, все, меч. Тут даже не спорится. Урон и скорость, по-моему, это вот то, что берется сразу. Да блин, тусанул меня. Что это такое? Итог. Деревянная статуя ягненка. Изображение ягненка вырезано из дерева. Ну можно поставить. Потом поставим, да? Потом поставим. Понял. Хорошо, идем. Хорошо, ползем, бежим. К лешему на. Ой-о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 й. О, выбор какой-то. Так, либо топорик, либо касание Туруа. Ну, он этот взрыв вокруг мне, конечно, вообще тоже не нравится. Да, вот тут свинь, пишется, они поудобнее. Идем дальше. Вот он и леший. Вот он леший. Печать сломана. Ух. Ну пошли. Не факт, что победим, но тем не менее. Ну пойдем попробуем хотя бы. Я устала предостерегать тебя, крошка ягненок. Ну все, он достал его. Пора покончить с этим глупым маскарадом. Давай покончим с этим. Взмолились в зеленой короне. Напитали. Мы питали жизнью все. Ёб твою мать! Леша, ты что-то как-то преобразился тоже. Он похож на рогатое дерево. Что это такое? Ой, нихера, ты тут последователь-то на... Понимаешь, ладно, Леша, с тобой драться, но вот с этими вот мелкими товарищами драться, которых тут накладил, это вообще другое дело. Ой, нихера себе! Ладно, я эту атаку понял. Типа ты умеешь так делать, хорошо, я тебя.
Так, я пока не особо понимаю, последователи что опять. Да блин, я отлично попадаюсь на эту херню. Я вообще... Так, вот этого убей, чтоб не мешал все уже. Чё там все трясется-то? Не знаю. Но он такой трясущийся. Ой-ой. Не надо. Откуда вылез? А, откуда жила? Так ты что-то как-то это... Давай-давай-давай-давай, у тебя получится. Наверное. Так, он опять-то призвал целую армию. Что ты... Собирай красненькие штучки, чтобы пользоваться щупалками. Да господи, он сотрясает просто весь экран. Господи. Фига он. Экран ездит туда-сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Какой он бешеный, пиздец. Ну, он разозлился. Ну, давай, у тебя еще твоя сердечка, у него тоже примерно столько же жизни. Беги! Убей его! Ой, разгневался. Давай. Леший повержен. Скиллы не пропьешь. Так, что это такое? Сердце еретика. Супер. Чтобы это ни было. Сердце еретика вырвало из груди. Видел, как агрессивно он это сделал? Счастливого, счастливого взял. Вы получили бьющееся сердце еретика. Чудно. Вы можете оскормить это сердце алой короной и получить новую способность. Для этого пойдите таинство в храме. Отлично. Нужно таинство. Тогда перемещаемся обратно. А это мы уже посмотрим. Опа, на цепи-то разорвались. Так, что дадут? Ну как это? Плитка из застывшей магмы. Прикольный настил. Да, кстати, неплохо. Надо подумать, куда постелить потом. Тюк. Прикольно. Доказательство того, что Леший уже не восстанет. Прикольно. Тоже хорошо. И вот он трофейчик. Какой трофей? Боже, что ты возьму. А, все. Так. Понял? Еретики побеждены. Супер! Отлично просто. Тих, 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 тих. А, опять? Ну, если будет, видимо, хвалить нас. Леший обладал над тобой не большей властью, чем песчинка над приливом. Окей. А! Вот и поговорили! Это был самый большой разговор, который мог быть. Что есть пастырь без стада? Да, он такой прррка. Прррка. Кто сказал прррка? Ни хрена себе, блин, 40 минут практически. О, нас аж встречают. Замолились. Вот сердце говорит. Радостные такие сердце. Свежее сердце. Ну что? А, ну что, все, наверное? Все, все. Здесь много впечатлений. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на канал. И до скорой встречи. Пока-пока. Пока-пока.